Наташа, мы знаем, мне нравится формат. Ты бы знал, только расскажи, что мне вопрос. Конечно, я его не задал. Я говорю, перепиши в Москву. Будет получаться, ты не знаешь. Нет, но не так пообщаешься. Все классно. Вообще, потом звоните, говорят, ну как, я говорю, да, мы переписали, что нам нужно, все понятно. Просто. Вообще уже, знаете, надо главный партнер. Темечка. Да, он мне звонил, он сказал, что задерживается. Сергей Геннадьевич отправили свой? Да, да, да. Область подключилась, Сергей Геннадьевич нет. Он предупреждал, что нет. Ну, у него сегодня, да, там ВКС-ка съела, поэтому там маневрирует. Хорошо. Область подключилась, да? Да. Хорошо, коллеги, время нам позволяет. Сейчас у нас уже 14.01. Значит, из 15 избранных депутатов на сегодняшнем заседании присутствует 10. Мы правомочны проводить заседание Совета депутатов. Поэтому 32-е очередное заседание Совета депутатов 6-го созыва является открытым. Коллеги, прежде чем начать проведение заседания Совета депутатов, хочу сказать, что в работе сегодняшнего совета принимает участие в онлайн-режиме представитель правительства Ленинградской области Лученко Сергей Иванович, заместитель председателя комитета градостроительной политики, главный архитектор Ленинградской области. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Я думаю, что район подключится. Соболев Сергей Геннадьевич, заместитель главы администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству. Коллеги, у всех имеется повестка. У нас 9 вопросов в разделе, 8 вопросов в разделе основной и 3 в разделе разные. Я попрошу высказываться, у кого будут какие предложения, дополнения, замечания по предоставленной повестке. Принято. Поступило предложение принять. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Внимание, идет голосование. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Единогласно. Значит, первые два вопроса в повестке, как все вы видите, это отчет. Отчет главы муниципального образования города Ивангорода. Отчет главы администрации муниципального образования о результатах деятельности. Коллеги, я предлагаю работу выстроить в следующем режиме. Значит, сначала мы заслушаем отчеты, после чего уже проведем процедуру голосования по проектам решения, связанным с отчетами глав. Если вы не возражаете, начну. В соответствии с уставом муниципального образования представляем отчет о результатах деятельности главы муниципального образования и деятельности Совета депутатов за 2021 год. Основным приоритетом в прошлом году, впрочем, как и в последующие годы, остается сфера городского жилищно-коммунального хозяйства. Руководством администрации города уделялось немало внимания как основным жизнеобеспечивающим факторам,
без которых невозможно и бессмысленно заниматься развитием социальной сферы. Это формирование комфортной городской среды, ремонт благоустройства дворовых общественных территорий, ремонт дорог местного значения, реализация инициативных предложений муниципального образования город Ивангород. Глава администрации в своем отчете подробно остановится на каждом из данных направлений. Я хочу доложить о деятельности представительного органа, и это будет связано с работой Совета депутатов и главы муниципального образования. Центральным событием 2021 года стали выборы депутатов Государственную Думу 8 созыва, выборы законодательного собрания Ленинградской области 7 созыва, а также дополнительные выборы депутатов муниципального образования город Ивангород по избирательному округу номер 5. Как вы все знаете, был доизбран депутат по избирательному округу номер 5, это Гронская Лилия Дмитриевна. Совет депутатов муниципального образования работал активно и плодотворно, было проведено за год 11 заседаний, из них 10 очередных и одно внеочередное. На заседаниях вопросы рассматривались в рабочем режиме. В течение года осуществляли свою деятельность, как вы знаете, три постоянных депутатских комиссии. Это комиссия по бюджету, налогам и ценовой политике, председатель Сушко Дмитрий Николаевич, также комиссия по городскому хозяйству и земельным вопросам Соколенко Леонид Владимирович и организационно-правовая комиссия Дулевич Александр Александрович, председатель комиссии. Всего было проведено 15 очередных заседаний, в том числе в составе объединенных комиссий. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий издают нормативно-правовые акты, и обязательно в границах муниципального образования. В рамках работы в 2021 году на заседании Совета депутатов муниципального образования города Ивангород было принято 71 решение. Принятые нормативно-правовые акты позволили администрации города реализовывать исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения, осуществлять управление муниципальной собственностью, средствами местного бюджета, разрабатывать и обеспечивать исполнение плана муниципальных программ по развитию муниципального образования, рассматривать обращения граждан и принимать по ним необходимые меры. Я перечислю наиболее значимые и важные решения, которые были приняты Советом депутатов за 2021 год. Это положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования, также муниципального жилищного контроля, положение муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве. Были утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями. Это Центр спорта, Ивангородский культурно-досуговый центр. Также был утвержден порядок установления льгот и арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользованных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального образования город Ивангород, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Также, как все знаете, в этом году было утверждено положение о флаге муниципального образования город Ивангород Кингисеппского муниципального района. Здесь нужно сказать, что совместно с администрацией города проведена была большая работа. Были учтены все рекомендации Геральдического совета, и положительным результатом является регистрация флага и символа муниципального образования, это нашего флага, в Государственной геральдической реестре Российской Федерации. Также было принято решение о утверждении устава муниципального образования Ивангородское городское поселение. Здесь нужно отметить, что важность устава муниципального образования стоит в том, что его положение определяет организации и формы осуществления местного самоуправления в нашем муниципальном образовании. В октябре 2021 года устав муниципального образования город Ивангород был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Также были приняты решение об утверждении положения порядка движения, внесении обсуждения рассмотрения инициативных проектов, а также проведении конкурса на отбор муниципального образования, о бюджете муниципального образования на 2022 плановый период 2023-2024 годов и многие-многие другие. В течение года велась активная работа с законодательным собранием Ленинградской области, администрации губернатора Ленинградской области по выполнению обращения депутатов, Совета депутатов муниципального образования город Ивангород, части касающейся присвоения нашему городу почетного звания города воинской славы. В настоящий момент наше обращение рассматривается в правительстве Ленинградской области, в комитете законодательного собрания Ленинградской области по местному самоуправлению. Надо отметить, что все акты, принимаемые Советом депутатов, являются важными
решение городских вопросов. В течение 21 года, соответственно, с действующим законодательством велась работа с населением города. Также было проведено 4 заседания публичных слушаний. В мае прошли публичные слушания об отчете об исполнении бюджета за 2020 год. В мае также проводились публичные слушания о предоставлении решения на условно разрешенный вид использования на земельный участок под ветеринарный приемный пункт по адресу Ленинградской области, Енисейский район, город Ивангород, улица Лесная. В августе состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта устава муниципального образования. В декабре проведено обсуждение проекта бюджета муниципального образования на 22-й и, соответственно, плановый период 23-24 годов. В прошедшем году депутаты Совета депутатов проходили дистанционное обучение, повышая свою квалификацию в рамках проводимых занятий муниципальной школы законодательного собрания. Мы продолжили традицию поздравления главой муниципального образования наших долгожителей, ветеранов Великой Отечественной войны. Получили памятные подарки с юбилеем 90 лет Кошелева Зинаида Ивановна, 95 лет Мансветова Зоя Васильевна и Устич Людмила Павловна. В 2021 году во время пандемии изменилась форма проведения мероприятий. Массовые мероприятия были прекращены, либо проводились с ограничением. В нашем муниципальном образовании мы организовали и провели наиболее приоритетные и важные торжественные мероприятия. Хотелось бы особенно отметить комплекс мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи, которые были проведены в феврале, посвященные Дню защитника Отечества, в мае, ко Дню Великой Победы, и Дню освобождения города Ивангород в августе, и, соответственно, к Дню государственного флага Российской Федерации. При активной поддержке депутата, Совета депутатов и непосредственно в личном участии проведены мероприятия День защитника Отечества. Как все помните, да, была проведена реконструкция, восстановлены события одного из боев, имевших место на территории нашего города. Накануне Дня Победы вручил подарки участникам Великой Отечественной войны. Чем дальше прошлое уходит, трагедия войны, тем яснее становятся масштабы человеческих потерь. Нынешнему и будущему поколению россиян важно помнить о каждом, кто нес вклад в великую победу, о тех, кто воевал на фронте, о тех, кто обеспечивал победу в тылу, чья повседневная жизнь в годы войны уже стала подвигом. В преддверии 77-й годовщины освобождения Ивангорода от немецкого фашистов-захватчиков привели в порядок памятный знак на месте, где находится командный пункт эстонского корпуса Советской Армии. Его в народе еще называют сосной Федюнинского. У старой сосны сохранился камень, валун, на котором установлена памятная доска. С берега реки Нарова был дан сигнал о наступлении советских войск для освобождения Советской Эстонии. В субботнике приняли участие члены молодежного совета, работники администрации. 25 июня 1944 года, памятная дата в истории России. В этот день город Ивангород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Совместно с генеральным консулом Российской Федерации в городе Нарва 19 февраля и 10 августа на городской площади Ивангорода была организована торжественно проведена передача останков солдат Красной Армии рядового Мартина Петра Анатольевича, погибшего на Нарвском плацдарме, который был захоронен в Московской области в Раменском городском округе. Также останки старшего сержанта Морозова, переданным в республику Коми, город Сыктывкар, и младшего лейтенанта Андреева Константина Михайловича, погибшего 17 сентября 1944 года, останки переданы кабардино Болгарскую республику, город Прохладный. По исполнению предусмотренного законодательством полномочий в рамках личного приема мной и депутатами было принято порядка 200 человек. В период пандемии и связанного с ней режима ограничения долгое время прием проходили в дистанционном формате. Здесь можно сказать, что основные обращения касались вопросов теплоснабжения квартир, оказания коммунальных услуг, благоустройства дворовых территорий. Обращения просьбы жителей в городе не остались без моего внимания. В ответ на обращение жителей, касающиеся комфортного и благополучного проживания в городе, благоустройства дворовых и общественных территорий, является активная совместная работа главы муниципального образования, Совета депутатов и администрации города, выраженное проведение следующих мероприятий, которые были проведены в 2021 году. Это благоустройство общественной территории, улица Федюнинского, дом 5, школа номер 1, второй этап благоустройства. Ну, благоустройство территории
улица Текстильщиков. Очень хочется верить, что будет все-таки доведена до своего логического завершения в нынешнем году. И благоустройство контейнерных площадок, ремонт дорог местного значения были отремонтированы улица Садовая и Пастрова. На главу муниципального образования Совет депутатов возложил функцию контроля расходования бюджетных средств. Кратко остановлюсь на этом направлении. В 2021 году контрольно-счетной палатой были осуществлены контрольные проверки 3 объектов и 29 экспертно-аналитических мероприятий было проведено, в том числе в проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, целью которых явилось контроль сохранностью и эффективностью использования муниципального имущества, организации ведения учета на закрепленное имущество. В 2021 году мы проверяли Муниципфармация, ИЦУР, муниципальный фонд. Также проверка была финансово-хозяйственной деятельности МКУ и КДЦ. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность в 2001 году на основании федерального закона о общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации муниципального образования от 07.02.11 года номер 6. Также веду свою работу на уровне Ленинградской области. Являлся представителем Кингисеппского района в Ассоциации Совета муниципальных образований Ленинградской области от Кингисеппского района, так как по статусу являюсь одновременно депутатом Совета депутатов муниципального образования Кингисеппский муниципальный район. Принял участие в 9 заседаниях Совета депутатов Кингисеппского района и в 8 заседаниях комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике. Но здесь можно отметить, что благодаря активной работе депутатов в этом городе, входящий в Совет депутатов Кингисеппского района и, соответственно, благодаря совместной работе с администрацией города дополнительно в бюджет удалось привлечь 29 579 540 рублей районных средств в виде межбюджетных трансфертов, которые были направлены на исполнение полномочий муниципального образования в соответствии со статьей 14 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Были направлены на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, значит, на благоустройство братского захоронения, ремонт памятника Герою Советского Союза Юрию Пастору, стены памяти. Реализуем программу по благоустройству города в рамках исполнения областного закона по предложениям граждан, инициативной комиссии, на оплату уличного освещения, мероприятия по созданию места накопления твердых коммунальных отходов, ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, строительство многоквартирного дома по муниципальной программе обеспечения качественным жильем граждан территории нашего города, ну, в качестве софинансирования. Уважаемые депутаты, уважаемые участники сегодняшнего Совета депутатов, в следующем году нам совместно с администрацией муниципального образования города Ивангород предстоит продолжить активную работу и достичь положительных результатов. Следующих задач, это, ну, наверное, самое главное, значит, и наше утверждение генерального плана развития города и подготовка к внесению изменений правил землепользования и застройки. Это расселение аварийного фонда 6 домов, это 81 семья, 2924 квадратных метра. Формирование комфортной городской среды, продолжение строительства променада и завершение данной работы. Работа над проектами, программами, которые бы стимулировали повышение инвестиционной активности в наш город. Ну и, соответственно, продолжение работы по международному сотрудничеству с партнерами из НАРВ в рамках приграничного сотрудничества. В заключение я, конечно, хочу поблагодарить всех депутатов за работу, которую все выполняли в 2021 году на заседаниях, постоянных комиссиях и, соответственно, на заседании Совета депутатов. Большое спасибо за внимание. Вопрос, пожалуйста. Ну, если вопросов нет, я предоставлю слово главе администрации Александру Владимировичу с отчетом о деятельности главы администрации и администрации за 2021 год. Пожалуйста. Добрый день, Виктор Михайлович, уважаемые депутаты, дорогие ивангородцы. Предлагаю вам для рассмотрения отчет о деятельности администрации в 2021 году и немного поговорим о планах на текущий год. Для себя определил главное событие прошлого года – это завершение строительства плавательного бассейна, стройка с многолетней историей,
работы, по которой наконец-таки завершены. Город получил современный спортивный объект регионального уровня, который пользуется популярностью как у жителей нашего города, так и спортсменов, гостей, которые приезжают нам на учебно-тренировочные сборы. Хочу свой отчет начать с главного финансового документа, с бюджета нашего. Расходная часть бюджета в прошлом году составила 495,7 миллионов рублей. В основном была ориентирована на бюджетные инвестиции, в инфраструктуру, завершение строительства плавательного бассейна, приобретение новой техники для содержания города. Около 75% бюджета – это затраты на поддержание работоспособности городских сетей, ремонта дорог, благоустройства общественных и дворовых пространств. Традиционно особое внимание уделяется социальной сфере. Это обеспечение деятельности учреждений культуры и спорта, согласно наших полномочий, программы по работе с молодежью, поддержка жителей старшего поколения, поддержка общественных организаций. Основные источники доходов формировались за счет участия в государственных программах Ленинградской области. И, конечно же, поддержки из бюджета Кингисеппского района, о котором уже сказал Виктор Михайлович. Ну и, конечно, свои средства в каждой программе мы обязаны учитывать для реализации всех наших задуманных идей и планов. Всего доходов муниципальное образование получило в сумме 477,3 миллионов рублей. Налоговые источники пополнения бюджета в 2021 году, как и в предыдущих периодах, остаются стабильными. Прогнозы исполнения совпадают с фактическим поступлением денежных средств. Это обусловлено устойчивой работой предприятий на территории города. Отдельно хочу отметить крупнейших наших налогоплательщиков. Это компания Юра Корпорейшн, Нарвская ГЭС. Также в этом году финансирование программы приграничного сотрудничество стартовало, и, безусловно, это большой вклад в развитие инфраструктуры нашего города. Считаю также необходимым отметить очень важный финансовый вклад бизнеса. Это небольшие и крупные предприятия нашего города, которые финансово поддержали проведение социально значимых городских мероприятий. Как мы видим в таблице, динамика доходов каждый год прирастает, что не может вызывать у нас определенный оптимизм, хотя мы прекрасно понимаем, что уровень собственных доходов на сегодняшний день крайне низкий, и ряд своих полномочий мы просто физически не можем исполнять. За этим всегда обращаемся на районный уровень, ну и на региональный, за поддержкой всех наших программ. Что касается экономики, по данным Межрайонной инспекции ФНС по Ленинградской области, на 1 июля прошлого года на учете налогоплательщиков, предпринимателей без образования юрлица состояло 227 человек. Это минус 17% по отношению к предыдущему периоду 2020 года. Юридических лиц 232 человека, минус 8%. В том числе филиалов 69 единиц, минус 13%. Вновь созданных юридических лиц за прошлый год 3, ликвидировано 6. По данным Центра занятости, за 12 месяцев 2021 года экономически активное население по Ивангороду составило 4003 человека. Процент безработицы 0,43. Среднемесячная заработная плата по экономике за 9 месяцев прошлого года составила 50 658 рублей. В развитии экономики и налогового потенциала мы видим появление новых предприятий, в первую очередь в сфере услуг. Это гостиничный бизнес, точки общественного питания, изготовление сувенирной продукции, сфера услуг. Безусловно, для этого необходимы дополнительные трудовые ресурсы и соответствующая инфраструктура. По данным органов статистики, на 1 января 2021 года в городе Ивангород зарегистрировано 9329 человек. Численность населения по сравнению с данными на 1 января 2020 года снизилась на 1,8%. За 12 месяцев 2021 года родилось 52 человека в Ивангороде, умерло 184. Естественная убыль составила 132 человека.
Демографический показатель – один из важнейших вопросов, вызывающих обеспокоенность у администрации. В 2021 году начата работа с крупными предприятиями района о размещении на постоянное место жительства их сотрудников, которые будут задействованы на строящихся и действующих предприятиях района. Так, намерение о строительстве многоквартирных домов уже получено нами от компании «Еврохим». Также мы ведем сейчас большую работу вместе с администрацией района по возможному размещению специалистов российских железных дорог. Приезд сотрудников семьями позволит покрыть дефицит работников, который сегодня существует в нашем муниципальном образовании, так как низкий процент безработицы влияет на возможность развития существующих предприятий и открытия новых производств. За период с 1 января по 31 декабря прошлого года в администрацию города Ивангорода поступило на рассмотрение 685 обращений. Из них 494 письменные обращения, 154 обращения, поступившие на официальной странице администрации в соцсетях, в интернет-приемную в сетевом издании официальных сайтов администрации, через портал госуслуг. 37 устных обращений получено в ходе проведения личных приемов граждан и встреч с населением. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обращений уменьшилось на 7,6%. Общее количество обращений от юридических лиц составило 5826 обращений. В 2021 году состоялось два крупных события. Одно из них политическое, это выборы в Государственную Думу, Законодательное собрание Ленинградской области. И с 15 по 14 ноября прошла всероссийская перепись населения, в которой администрация и Совет депутатов приняли самое активное участие. Что касается городской инфраструктуры. В рамках госпрограммы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2021 году на территории Ивангорода были выполнены следующие работы. Ремонт автомобильных дорог по улице Пастрова, по улице Садовая и ремонт участка дорог по Кингисеппскому шоссе за гостиницей «Витязь». Были отремонтированы проезжая часть, пешеходные дорожки, полностью заменены опоры освещения уличной дорожной сети. В целом было, на эти цели было потрачено 44,1 миллионов рублей. Это средства Ленинградской области, Кингисеппского района и также средства местного бюджета. В рамках безаварийности во время отопительного периода за счет средств резервного фонда губернатора, выделенных в ноябре прошлого года, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене трубопровода центрального теплоснабжения на улице Матросова около дома номер 3 за гостиницей «Витязь». Также были отремонтированы участки Гагарина 2, Гагарина 6 и Кингисеппская 26, Кингисеппская 24. Также у нас осталась часть средств. Мы сейчас работаем с комитетом по ТЭК Ленинградской области, чтобы остаток средств можно было в этом году реализовать. Еще три участка у нас остаются в работе. В рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта Ленинградской области, как я уже ранее сказал, были завершены работы и введен в эксплуатацию наш плавательный бассейн. На сегодняшний день этот объект пользуется большой популярностью. В рамках формирования комфортной городской среды выполнены работы по благоустройству общественной территории улицы Федюнинского около школы номер 1. Второй этап, общая сумма контракта 28 миллионов рублей. Работы выполнены. И еще два объекта. Это благоустройство общественной территории, пустырь между улицами Пасторова и Текстильщиков с лестницей Минарским водопадом. Общая сумма контракта 78 миллионов рублей, около 20 миллионов рублей остались еще не освоенные. Мы ждем благоприятных погодных условий и эти работы возобновим. Срок действия контракта у нас продлен до 1 июня, поэтому мы рассчитываем эти все работы завершить. Ну и также была благоустроена детская площадка на улице Текстильщиков, общая сумма контрактов 11,7 миллионов рублей.
В рамках госпрограммы Ленинградской области охрана окружающей среды под программу обращения с отходами в прошлом году были обустроены 18 контейнерных площадок загубленного типа на территории муниципального образования на общую сумму 9,5 миллионов рублей. Что касается реализации инициативных предложений жителей, это программа добрых дел, небольших, но важных. В прошлом году мы смогли выполнить работы на общую сумму 2,3 миллионов рублей. Это средства областного бюджета, средства муниципального образования и общества с ограниченной ответственностью «Нарова-строй». В рамках этой программы проведена работа по обустройству тротуара на улице Матросова от дома номер 5 до пересечения с улицей Наровской вместе с ограждением. Устройство тротуара по улице Госпитальной от автостанции до улицы Загородной. Много обращений было, в том числе на встречи с жителями, которые просили восстановить эту дорожку. Мы смогли в прошлом году за счет областных и местных средств эти работы провести. Организовано уличное освещение по улице Восточной, дом номер 7. Обустройство пешеходного перехода около бассейна. Приобретены установленные клумбы, скамейки в сквере на улице Ленопредельная около детского сада номер 2. Также малые архитектурные формы, скамейки, урны по улице Ленопредельная 17, 19, 23 и на городской площади. Также установлено два информационных щита, Пастерова 1 и Котовского 12. В 2021 году Ивангород второй раз принял участие в ежегодном областном конкурсе «Инициативный гражданин Ленинградской области», по итогам которого наша жительница Пастух Светлана Ивановна, она член инициативной комиссии Ивангорода, стала лауреатом конкурса и была награждена благодарственным письмом губернатора Ленинградской области. Еще раз поздравляем Светлану Ивановну и желаем ей дальнейших успехов в этой важной общественной работе. Также в прошлом году были выполнены работы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ивангорода. Общая сумма контракта 120 тысяч рублей. В этом году мы эту работу также продолжим. На братском захоронении, как мы обещали, да, мы провели второй этап масштабных работ по благоустройству этого важного памятного места для всех горожан. Была расширена дорожка, установлено уличное освещение, приведены и отремонтированные элементы самого мемориала, и все памятные мероприятия в прошлом году уже прошли на обновленном нашем монументе. В прошлом году мы провели большую работу по инженерным изысканиям и проектированию футбольного стадиона. Об этом жители, молодежь Ивангорода просила при встрече с губернатором Ленинградской области. И мои неоднократные встречи со спортивной общественностью тоже мы это обязательство на себя взяли и двигаемся в сторону реализации уже этого проекта. Нам осталось пройти государственную экспертизу сметного расчета и дальше уже будем отправлять заявку в комитет по спорту Ленинградской области для участия в дальнейшем в реализации этого проекта. Муниципальным казенным учреждением службы заказчика в 2021 году в рамках выделенных бюджетных ассигнований проводились следующие работы. Механизированная ручная уборка уличной дорожной сети, санитарная обрезка кустарников и деревьев, вывоз листвы, веток, высадка на городские клумбы, вазоны, кашпо, цветочные рассады, полив, содержание, работы по очистке ливневых колодцев, работы по ямочному ремонту дорог, осмотр знаков уличной дорожной сети, их ремонт, снос аварийных деревьев. Большая работа нашим предприятиям всегда проводится в рамках подготовки, оформления мест, проведения городских массовых мероприятий. Я хочу поблагодарить Сергея Викторовича за ту работу, которую он делает. Эта зима показала, что действительно у природы не бывает плохой погоды, и обильные снеговые нагрузки легли на плечи нашего предприятия. Вот. Я могу сказать, что в этом году настоящее испытание для всех служб коммунальных. Ну, могу отметить со своей стороны, что действительно предприятие справляется с поставленными задачами. В рамках управления муниципальным имуществом
реализовано с торгов выведенное из эксплуатации муниципальное имущество. В рамках программы приватизации за 2021 год реализованы следующие объекты. Это два мусоровоза, общую сумму 1 850 000 рублей. Здание по улице Текстильщиков 3, которое длительное время не эксплуатировалось. Удалось его реализовать за 3 миллиона рублей. Также акции Новгородского ДП единым лотом. Весь пакет акций был реализован за 2,5 миллиона рублей. И земельный участок под ИЖС на улице Новая, 33, за 365 тысяч рублей. Общая сумма средств, поступивших в казну, 7,7 миллионов рублей. В рамках реализации норм 75-го и 105-го областных законов продолжается работа по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. За истекший период собственность граждан оформлена 2 земельных участка. В рамках реализации программы по предоставлению меры социальной поддержки в виде земельного капитала в Ленинградской области такие сертификаты получили 11 многодетных семей. За истекший период в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории нашего города в 2021 году проведено 29 проверок в отношении физических лиц. Из них 8 человек привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов 40 тысяч рублей. Администрация муниципального образования город Ивангород участвует в адресных программах переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 19-25 года и ликвидация жилищного фонда на территории МО город Ивангород, аварийного жилищного фонда. Так, расселению подлежат 7 домов, это 107 семей. Гагарина 17, 19, Льнопредельная 2, Пионерская 3, Госпитальная 9, Госпитальная 13, Пасторова 1. Участники программы по переселению из аварийного жилищного фонда могли реализовать свое право тремя различными способами. В 2021 году уже 12 семей переселены из аварийного жилищного фонда. Так, на вторичном рынке для переселения было приобретено 2 квартиры, предоставленные гражданам, проживавшим в аварийных домах по договорам социального найма. Это муниципальные квартиры. Кроме того, 10 семей получили денежные средства за выкупленные аварийные жилые помещения с целью последующей самостоятельной покупки иного жилья. Общая сумма выкупа 10 квартир 21,8 миллиона рублей. Оставшиеся 95 семей будут расселены в новый построенный многоквартирный дом на улице Федюнинского. Проект дома прошел государственную экспертизу, квартирография согласована в полном объеме, определен застройщик дома, это ООО «Спецзастройщик Ленинградской области номер 1». Программа реализуется за счет средств федеральных, региональных, районных бюджетов, а также средств местного бюджета. Срок сдачи жилого дома – конец 2022 года. В 2021 году по договору служебного найма была предоставлена однокомнатная квартира ветеринарному врачу Ивангородского участка. Была продолжена работа по взиманию задолженности за найм жилых помещений и нанимателей, которым жилье предоставлено по договорам социального найма, так называемые неплательщики. В суд направлено 6 материалов на общую сумму 92 тысячи рублей. В 2022 году мы планируем продолжить работу по выявлению выморочного имущества жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам по договорам социального и служебного найма. Молодая многодетная семья ивангородцев стала претендентом на получение в 2022 году социальной выплаты в размере 2,6 миллионов рублей до улучшения жилищных условий в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в ведомственной целевой программе. Разработан в области гражданской обороны, тоже достаточно большая работа была проведена, разработан новый план гражданской обороны, защиты населения муниципального образования город Ивангород, он уже введен в действие. Разработан и введен в действие новый типовой паспорт безопасности территории муниципального образования. По вопросам ГОЧС, письменных предписаний уполномоченных госорганов, предписаний и протестов прокуроров в 2021 году
не поступало. В области предупреждения ликвидации ЧС разработан новый план основных мероприятий по действиям по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на территории Ивангорода. Он действует с 1 января текущего года. Проводились работы по введению в действие на территории нашего поселения системы 112. Это система оповещения с последующим ее подключением к Ленинградской к общей системе Ленинградской области. На всех социальных объектах уже установлено необходимое оборудование. Дежурным единой диспетчерской службы принято, обработано и доведено до исполнителей 585 сообщений о пожарах, ДТП, обнаружениях подозрительных предметов, о необходимости медицинской и другой помощи от граждан, авариях на объектах ЖКХ и так далее. Обращения и жалобы ЕДДС поступали ежедневно. Основная часть обращений связана с недостатками в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как правило, проблемы решаются в день поступления обращений и жалоб. В области обеспечения пожарной безопасности проведена работа по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду. Количество пожарных гидрантов в городе с 69 увеличено до 82. Три из них неисправных были отремонтированы в прошлом году. В здании администрации в 2021 году заменены пожарные шкафы, оборудованы в них. Также на первом этаже установлена, смонтирована пожарная охранная сигнализация. В первую очередь в этом году мы эту работу проведем и на втором этаже нашего здания. В области антитеррористической защищенности объектов на территории нашего поселения в настоящее время активизирована работа, есть поручение губернатора Ленинградской области по восстановлению и модернизации системы «Безопасный город». Финансирование работ будет осуществляться из областного бюджета. Вот в эксплуатацию, пока предварительно по информации Комитета цифрового развития, эта система ожидается в июле 2022 года. Количество камер в нашем городе будет увеличено с 14 до 34. Проект развития исторической прибрежной зоны Нарвы в Эстонии и Ивангорода в России получил поддержку программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия 2014-2020 года. Он начал реализовываться с 2019 года. Партнерами в проекте выступают Департамент развития экономики города Нарвы и администрация муниципального образования города Ивангород со стороны России. В рамках реализации проекта в 2021 году было начато строительство продолжения променадов как на Нарвской, так и в Ивангородской стороне, которых в рамках реализации этого проекта в 2021 году проведены следующие мероприятия. 21 сентября программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония было организовано празднование 10-й годовщины Дня европейского сотрудничества в режиме телемоста между Россией и Эстонией. Трансляция велась в прямом эфире, где состоялась презентация приграничных проектов. Также 16-18 декабря Нарву и Ивангород посетили эксперты ТСИМ, это эксперты программы с целью подготовки обзора крупномасштабных проектов приграничного сотрудничества. И они высказали свою оценку в ходе реализации, остались довольны теми темпами, которые на сегодняшний день есть в реализации этих проектов. Общий бюджет этого проекта 5,2 миллионов евро. Проект планируем реализовать к июню 2022 года. В области культуры одно из наших муниципальных казенных учреждений, Ивангородский культурно-досуговый центр, в нем работает 18 клубных формирований, 12 кружков любительских объединений. Общее количество участников составляет 1170 человек. Творческие коллективы приняли участие, пополнили копилку ИКДЦ в 2021 году следующими наградами. Они стали лауреатами второй степени областного вокального фестиваля конкурса «Шансон над Волховым», гран-при районного фестиваля «Пасхальные перезвоны», диплом международного онлайн-конкурса «Собираем таланты», гран-при лауреат первой и второй степени открытого межрегионального танцевального марафона, лауреаты первой степени, дипломанты второй степени, лауреаты второй степени в открытом фестивале-конкурсе самодеятельных хореографических коллективов «Первоцветы». В 2021 году удалось масштабно провести праздник Великой Победы.
который начался традиционно с торжественного возложения венков и цветов у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны воинов на территории Новгородского старого кладбища. Торжественное шествие в сопровождении военнослужащих завершилось митингом на братском захоронении. На речном променаде военные пограничники на патрульном катере под торжественные залпы возложили венок на воды реки Нарва в память о погибших в годы войны. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в этом году не все ветераны, к сожалению, смогли принять участие в праздничных мероприятиях. Поэтому для них были организованы персональные парады победы. Теплые слова и поздравления прозвучали в адрес участников Великой Отечественной войны Дмитрия Романовича Николаенко, Николая Петровича Елисеева. Выступление агитбригады и знаменитая «Катюша» в исполнении военного оркестра подарили ветеранам незабываемые впечатления и атмосферу праздника. Культурным событием 2021 года стало проведение 28-29 августа в Ивангороде второго международного хорового фестиваля Ленинградской области. В Ивангородской крепости звучали голоса десятков хоровых коллективов, среди которых популярный детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, хор Санкт-Петербургского государственного университета, академический хор Петрозаводского государственного университета, имеющий многовековую историю, и многие другие хоры, которые приехали к нам в Ивангород. Все эти дни артистов сопровождала большая команда ивангородских волонтеров. Для того, чтобы это мероприятие прошло на высоком уровне, администрации города была проведена огромная подготовительная работа, в том числе и учреждениями нашими. Сегодня с гордостью могу сказать, что проведенный в стенах Ивангородской крепости фестиваль получил диплом гран-при финала 10-й национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021 года. Номинация «Лучшее туристическое событие в гибридном формате», поскольку и вживую можно было наблюдать за этим фестивалем, и велась онлайн-трансляция для всех желающих. Безусловно, это хорошая победа. Я уверен, что этот фестиваль станет одной из визитных карточек нашего города. 21 декабря дан старт следующему году. И был проведен традиционный праздник, торжественное открытие городской елки «Раз, два, три, елочка горит». В связи с закрытием государственных границ в этом году Санта-Клаус и Дед Мороз обменялись поздравлениями через телеграмму. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» в учреждении культуры создана официальная страница в социальной сети ВКонтакте, на которой активно размещаются анонсы о планируемых мероприятиях и отчетах. На официальном сайте города Ивангорода в разделе «Культура» можно ознакомиться с результатами деятельности учреждения и результатами независимой оценки качества предоставляемых услуг. В Ивангородской библиотеке проводятся различные мероприятия – тематические, музыкальные и поэтические вечера, тематические выставки, обзоры литературы, встречи с писателями и поэтами. При библиотеке организована литературная гостиная, в которой ивангородские поэты делятся своим опытом, обзорами стихотворений поэтам разных эпох, а также любительское объединение «Молодежная креатив-территория», целью которого является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Для молодежи предложены настольные игры, проводятся встречи с интересными людьми и мастер-классы. В 2021 году Ивангородская библиотека стала победителем конкурса «Энергоинициатив», который проводила компания «Nordstream 2» с проектом «Семейная игровая площадка «Игруля». Библиотека получила на эти цели грант 150 тысяч рублей. Основными целями муниципального казенного учреждения «Центр спорта» является вовлечение жителей всех возрастов к систематическим занятиям физкультурой и спортом. В «Центре спорта» в настоящее время работают следующие секции. Настольный теннис, футбол, хореография, бокс, адаптивная физическая культура, группы здоровья, танцевальная аэробика, оздоровительная аэробика, гандбол, волейбол, эстетическая гимнастика, плавание. Работают залы, которые оборудованы кардио и силовыми тренажерами для занятий фитнесом. В МКУ Центр спорта проводятся различные соревнования с привлечением школьников, студентов, взрослого населения, а также людей пожилого возраста. В рамках муниципальной программы проведены мероприятия, забег, посвященный Дню Победы, турнир по плаванию, Кубок города по футболу и волейболу, посвященный Дню Победы, первенство Ленинградской области по настольному теннису, пляжный волейбол, городской турнир по парковому волейболу, спортивный праздник «Связь поколений»,
открытый чемпионат по гандболу, турнир по плаванию среди младшего и среднего возраста. В центре спорта на протяжении года проводились учебно-тренировочные сборы по синхронному плаванию, баскетболу, настольному теннису, спортивным танцам, художественной гимнастике. Большая работа была проведена по реализации молодежной политики на территории Ивангорода. В городе работает Ивангородский коворкинг-центр, который оборудован современной техникой и комфортной мебелью. Это прекрасное место для работы и общения, на базе которого были проведены уже неоднократно районные и областные мероприятия. В День молодежи прошел второй открытый молодежный областной фестиваль «Дружбы нет границ». Это традиционное мероприятие на территории Ивангорода. Гости фестиваля познакомились с нашей Ивангородской крепостью, поучаствовали в увлекательной квест-игре под названием «Дружина Александра Невского». С 1 июня по 28 июля было организовано 4 смены трудовых бригад, где было трудоустроено 75 подростков. 35 из них работали в составе губернаторского молодежного трудового отряда. Ребята занимались благоустройством и озеленением города. Основной контингент трудоустроенных составили несовершеннолетние из малообеспеченных, многодетных, опекаемых, неблагополучных семей и детей, состоящих на различных видах учет. Заработная плата подростков за 10 рабочих дней составила более 4000 рублей. В Ивангороде продолжает работать молодежный совет при главе администрации, который помог провести и принял участие в следующих мероприятиях. Субботник на братском захоронении, мастер-класс по разработке афиш в коворкинг-центре, встречу с подростками, на которой обсудили актуальную проблему буллинга среди школьников, посетили памятное место и наблюдательный пункт главнокомандующего генерала армии Федюнинского, где провели субботник. Организовали лотерею для молодежи во время выборов с целью привлечь молодежь к исполнению своего гражданского долга. Победой молодежного совета стал проект «Комфортная среда для дрессировки и воспитания собак». 1 ноября открылась площадка. Этот проект был реализован при финансовой поддержке компании Nord Stream. Ребята писали проект и выиграли этот грант. Хочу выразить слова благодарности всем волонтерам Ивангорода, волонтеры молодежного совета, волонтеры культуры, всегда готовы прийти на помощь как в организации мероприятий, так и человеку, который в ней нуждается. В 2022 году в Ленинградской области объявлен год команды 47, губернатором нашего региона Александром Юрьевичем Дрозденко, который объединит всех, кто добрыми делами и поступками прославляет свою малую родину. Для Ивангорода 2022 год особый. Это год 530-летия со дня основания нашего города, но также год 350-летия Петра I. Все праздничные мероприятия, я надеюсь, мы очень на это рассчитываем, что все-таки пройдут в очном формате и с большим размахом. Действительно, город заслужил большого праздника и высоких гостей. Помимо праздника мы запланировали следующие работы по развитию подготовки нашего города к этим мероприятиям. Будет проведено благоустройство общественной территории на улице Гагарина, это пустырь напротив Юры Корпорейшн, где мы в ближайшее время соберемся отмечать годовщину вывода войск из Афганистана. Также продолжатся работы на улице Текстильщиков, как я уже ранее сказал. В рамках реализации инициативных предложений жителей нашего города будет продолжено устройство тротуара, вернее, будет обустройство тротуара вдоль дома 22 по Кингисеппскому шоссе, это дворовая территория. Восстановлена пешеходная дорожка по Кингисеппскому шоссе, дом 20А. Установлены искусственные неровности по улице Загородной. Начнем обустройство сквера по улице Ленопредельная около детского сада номер 2. Также будут приобретены, установлены информационные счета на улице Ивановская, Госпитальная, Загородная и Псковская, 17. Также планируется продолжить работу по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов. 18 площадок у нас остались в программе, в этом году мы их сможем реализовать. Ну и, как я уже сказал, да, продолжим работу по реализации проекта «Капитальный ремонт» нашего футбольного стадиона. В заключение своего выступления хочу выразить огромную благодарность
команде администрации Ивангорода, Совету депутатов Ивангорода, администрации Совета депутатов Кингисеппского района, правительству Ленинградской области, нашему губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко за поддержку всестороннюю реализации всех наших проектов. Я уверен, что тот темп, который мы с вами все набрали, мы сможем сохранить и в дальнейшей нашей работе. Желаю всем крепкого здоровья, новых побед. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Ну, во-первых, хотелось бы сказать большое вам спасибо, потому что в городе сделано достаточно много всего. Но вопрос такой у меня. Подскажите, пожалуйста, как нам повысить, вот ваше мнение хотелось бы услышать, качество поэтому принятых работ. Вот кто принимает там дороги, какие-то площадки, когда сделаны. Вот как вы считаете, как нам, как правильно сказать, как по качеству работ, как нам повысить уровень приема этих работ? Мы принимаем, а потом мы получаем иногда там делаем переделки какие-то или недовольство там граждан. Вот как нам это избежать, этих ситуаций? Ну, мы тоже над этим работаем. Для нас это тоже актуальный вопрос, так же, как и для жителей. К сожалению, 44-й федеральный закон ставит нас в такие условия, что порой мы даже не понимаем, какая компания либо предприниматель выйдет на те или иные работы, насколько у них хватает на это компетенции. Пока на сегодняшний день единственным критерием отбора является цена. Кто дешевле заявился, тот и, соответственно, будет производить. Я думаю, что здесь проблема, ну, она не только в Ивангороде. Я общаюсь с коллегами из разных муниципальных образований. Наверное, ну, в нашем случае, я думаю, что это в первую очередь нехватка, скажем так, компетенций определенных и специалистов, которые осуществляют прием. Да, у нас нет профессиональных строителей в администрации, у нас нет людей, которые профессионально занимаются благоустройством. Есть определенные понятия, есть определенное видение, но я думаю, что здесь как раз-таки, да, должна быть связка и работа, скажем так, как единого целого подрядчика и специалистов, которые осуществляют за этим контроль. Я могу сказать из практики, из, допустим, более 20 различных проектов реализовано, да, это ремонтные работы, это благоустройство, ну, скажем так, процент того брака, который мы получили, ну, он крайне низкий, если брать в общей массе проектов. Безусловно, да, мы так же, как и все остальные, мы тоже учимся, мы тоже понимаем, мы тоже набиваем свои шишки. С кем-то удается договориться по-хорошему, с кем-то по-плохому. И здесь, знаете, как такового универсального рецепта нет. Да, самое главное это присутствовать на площадке, понимать все процессы, которые идут, да, и по возможности контролировать. Но не всегда это получается. Честно могу сказать, когда один специалист курирует там 4-5 проектов, и они одновременно идут и в разных частях города, и у него помимо этого еще есть своя работа, да, работа с документами, то, безусловно, это определенный такой вот серьезный пробел, который у нас есть. И выхода пока вот из этой ситуации, кого-то нанимать со стороны, чтобы осуществляли технический контроль, да, функции технического заказчика, у нас пока такой возможности тоже нет. И специалистов как таковых. А та текучка, которая у нас есть в администрации, я думаю, что вы ее все прекрасно видите. У нас постоянно идет обновление, у нас приходят новые люди, они заново погружаются во многие процессы. К сожалению, ну вот только так. Инструменты для работы с некачественным выполнением тех или иных работ, инструменты у нас есть. Государство у нас эти моменты предусмотрел. У нас есть финансовые инструменты, да, у нас есть банковские гарантии, с которыми заходят подрядчики. У нас есть, ну, судебная практика. Наверное, как-то так. Хотелось бы в этом моменте, чтобы было какой-то больше был контроль. Вы поймите, что мы тут, ну, не сидим и не ждем, когда они что-то сделают не так, и этому радуемся. Мы также переживаем, потому что
вместо того, чтобы заниматься другими проектами, мы снова возвращаемся на год назад и начинаем заново все перелопачивать, все то, что уже выполнено. Конечно, это проблема на сегодня. Может быть, да, вы гости что-то хотят сказать? Еще раз, Сергей Геннадьевич, добрый день, мы вас увидели, вот вы подключились. У вас есть какие-то, может, у администрации района какие-то вопросы? Молодцы. Сергей Иванович, у вас есть что-нибудь дополнить? Какой-то вопрос, да, может быть, с вашей стороны? Коллеги, спасибо за предоставленное слово. Еще раз добрый день, Виктор Михайлович, Александр Владимирович, уважаемые депутаты и жители Денисовского муниципального района. К сожалению, вот в конце недели сообщили, что 17 февраля отменен общий доклад глав, я имею в виду, для жителей. Мы готовились к нему, и в связи со своим графиком я не смог лично присутствовать сегодня на вашем заседании. Прошу меня в этом плане извинить. В рамках доклада Виктора Михайловича хочу отметить ожидания нас, как профильного комитета, проекта генерального плана в 2022 году для согласования правительством Ленинградской области. Мы его давно ждем. Город у нас находится в статусе исторического поселения регионального значения. Сам генеральный план морально устарел, и мы, конечно, ожидаем его в этом году для согласования. И в случае согласования определяем готовность после утверждения начать подготовку по внесению изменений в правила земельной застройки. Вы уже знаете, что это полномочия наши, наш подвет выполняет данные проекты, то есть из бюджета администрации средства на выполнение данных работ не понадобится. А в рамках общей информации у нас в этом году, то есть уже в прошлом году, в 2021 году, Александром Юрьевичем была согласована группа, так называемый конструкционный экспертный совет по согласованию архитектурного подстроительного облика зданий и сооружений различных концепций на территории Ленинградской области. Этот совет был создан для помощи главным архитекторам, главам администраций, главам муниципальных образований на территории совместными усилиями и с точки зрения консультационной поддержки профессиональным сообществом. В этот совет входят члены Совета главных архитекторов Санкт-Петербурга, достаточно известные личности. Помимо этого, высокопоставленные чиновники из правительства Ленинградской области. И в рамках рассматриваемых проектов, объектов капитального строительства, мы обязательно приглашаем начальников отдела главных архитекторов по направлению градостроительства муниципальных образований, если такие есть, или глав администрации для согласования и обсуждения того или иного проекта, именно архитектурного образа, среды, которая создается вокруг данного объекта, фасадного решения, планировочного решения. Поэтому в рамках вот этой работы, я считаю, это некое подспорье, опять же, вам, как администрации, и вот был задан вопрос для помощи с точки зрения профессионального и объективного, я хочу сказать, рассмотрения тех или иных проектов, которые сейчас проходят в рамках нацпроектов, проектов Ленинградской области. Поэтому просим активно включаться. Вот Сергей Геннадьевич не даст соврать, буквально недавно было представлено нам на Конституционный совет проект благоустройства Карла Маркса. В рамках рассмотрения мы дали рекомендации по снятию замечаний к этому проекту. И в случае снятия замечания совместно с коллегами из Кенгисеппского района и МИПГ готовы участвовать в арт-наследии в этом году. Также хочу отметить необходимость совместной работы по вопросу строительства жилищной инфраструктуры для крупнейших предприятий на территории Кенгисеппского района. Вы тоже в эту работу активно включены. Мы с Сергеем Геннадьевичем буквально две недели назад совместно встречались
в Комитете экономического развития по председательству Дмитрия Анатольевича Ниялова. И Кингисеппский район, как правильно отметил Александр Владимирович, включен в части определения данных площадок больших предприятий, портовых, ну и Еврохима, который был отмечен, то есть эта территория в генеральном плане отмечена, и здесь мы ее рассматриваем как приоритетную. В конце февраля я хочу информировать коллег, жителей города, администрацию, будет объявлен творческий конкурс комитетом градостроительной политики с фондом порядка 3 миллиона рублей на концепцию пространства развития муниципальных образований Ленинградской области в номинации, такие как концепция формирования туристического центра муниципального образования, концепция комплексного дизайна года муниципального образования, а также лучший реализованный проект создания благоустройства общественно значимых публичных пространств. И в рамках того, что было сейчас сказано, мне кажется, у поселения есть все возможности участия в этих конкурсах в части и реализации проектов, связанных с набережной совместного участия Эстонской Республики и Российской Федерации. То есть мы вас приглашаем принять участие в данном конкурсе, а также мы обсуждали с вами еще в прошлом году, у вас есть прекрасный разработан дизайн-код города. И в этой номинации мы тоже рекомендуем вам вас участвовать для того, чтобы мы показывали уровень, соответственно, и чем занимается муниципальное образование с западной стороны, восточным муниципальным образованием, потому что не все делают эту нужную и, на мой взгляд, необходимую работу. По итогу, если разрешаете, представленная информация от глав города в рамках полномочий от лица правительства Ленинградской области, я даю оценку работы главы муниципального образования, главы администрации удовлетворительного. Спасибо вам, коллеги, за хорошую работу, за хороший продемонстрированный материал на слайдах. В общем, готовы взаимодействовать, готовы к сотрудничеству. Спасибо большое, Сергей Иванович. Спасибо большое. Будем дальше работать, взаимодействовать. Уважаемые коллеги, добрый день. Позволите сказать несколько слов Кингисеппскому району? Да, Сергей Иванович, пожалуйста. Да, слышно вас. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день, Виктор Михайлович. Добрый день. Александр Владимирович, уважаемые жители Ивангорода, добрый день. Прослушали вас так надо, и Виктор Михайлович, ваш и Александр Владимирович, действительно, вы обстоятельно все рассказали, что Ивангород движется поступательно. За последние годы это видно. Большая работа проводится и с молодежью, и с жителями, как мы говорим, серебряного поколения нашего. И культура наша, и спортивная жизнь вас купит. За это вам большое спасибо. Много выполняете ремонт, много и хозяйственных работ выполняете по ремонту улиц. Ремонт теплотрассы действительно это очень важно для вас. Хотелось бы немножко обратить ваше внимание на исполнение бюджета. Все-таки у меня вот данные, что бюджет в этом году, в прошлом году у вас выполнен на 87%. Пожалуйста, вы знаете, где вы немножко ослабились, скажем так, подтяните, пожалуйста, работу с подрядчиками. Наверное, Николай Владимирович уже подробно объяснил, что мы работаем в рамках 44-го федерального закона, это так есть, но хотелось бы попросить, чтобы подрядчиками работали и вы, да и мы тоже гораздо раньше и контролировали на всем этапе производства работ, как только подписаны муниципальные контракты. Со своей стороны мы с Сергеем Ивановичем обсуждали, что еще раз подтверждую, Сергей Иванович Лучин говорит, что включаем Ивангород во все программы, в частности, еще раз тоже подтвержусь, что мы с Сергеем Ивановичем встречались в правительстве в Комитете экономического развития для того, чтобы включать Ивангород в центр притяжения по привлечению к вам новых жителей, по строительству жилья. Поэтому мы тоже со своей стороны стараемся вдохнуть или поддержать жизнь в Ивангороде, активизировать Ивангород. Обсуждали с Сергеем Ивановичем, тоже район считает, что заслуженно можно поставить оценку удовлетворительно работе администрации муниципального образования Ивангорода. Спасибо большое за внимание, поэтому мы ставим удовлетворительно. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Есть вопросы, готов ответить. Но
чем позже выступаешь, тем легче говорить, все уже станет. Так что вам активная работа в 2022-2023 году. Мы всегда вас. Коллеги, есть ли вопросы к руководству Кингисеппского района, представителям полиции Ленинградской области? Хорошо. Пожалуйста, Александр Александрович. Хотелось бы уточнить по поводу грузовиков наших, которые скапливаются на границе, чьи это компетенции, кому можно задать этот вопрос, в каком ближайшем будущем решится эта проблема, и есть ли какие-то... Министерство транспорта Российской Федерации. По транзитному транспорту немножко уточню, который у нас следует в Эстонию, вот, и многокилометровыми очередями скапливается при въезде в город. На следующий момент на территорию большеудского поселения там проехать невозможно. Вот, ситуация очень тяжелая. В два ряда стоят грузовики. Вот, и приходится выезжать на встречную полосу и так далее. Виктор Михайлович, это вопрос к району? Или вы уже ответили? Ну, общий вопрос к району, наверное, какая работа произошла. Может, какая-то информация. Да, может, есть какая-то информация, которую мы не знаем. Уважаемый, не все расслышал, вы пояснили, спасибо за вопрос. Поясню, ну, что мы, вы лучше нас знаете, вы были одним из инициаторов, Виктор Михайлович, вы были одним из инициаторов поднять этот вопрос по организации стоянки транзитного транспорта. На настоящий момент сейчас мы отрабатываем активно с Комитетом безопасности по просмотру земельных участков под данную стоянку. Они есть и у вас. Ваше предложение по организации места для транзитного транспорта. Также у Брестской области есть варианты, которые они рассматривают для организации. Вы сами знаете, что немножко здесь осложняется согласование с силовыми структурами, это, в частности, управление ФСБ по России и с тем, как это патрон-зона. Мы работу ведем, потому что в ближайшее время мы заложим результаты отдельно уже с вами вместе о том, какая работа проведена. Но никто не останавливает, мы по этому варианту движемся. Надеюсь, что вот в этом году мы уже из нулевого цикла выйдем уже на строительство здания, уже результаты будут видны. Спасибо, Сергей Ильич. Еще вопрос есть, коллеги? Еще раз сказать спасибо, Сергей Геннадьевич. Сергей Иванович, за участие в работе нашего совета депутатов. Огромное спасибо. Коллеги, давайте по повестке дня. Нам необходимо проголосовать. Вот, проект решения по первому и второму вопросу имеется. Я их озвучу. Часть, касающаяся моего отчета, принять сведения отчет главы муниципального образования за 2021 год. Признать деятельность главы муниципального образования Ивангородское городское поселение за 2021 год удовлетворить. Настоящий решение в проекте газете «Ивангород» разместить на сетевом издании, официальном сайте нашего города. Коллеги, я перехожу к процессу голосования. Кто за представленный проект решения, прошу голосовать. Внимание, идет голосование. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Спасибо. И, соответственно, аналогичное решение по докладу Александра Владимировича. С проектом решения все ознакомились? Ставлю данный проект на голосование. Внимание, идет голосование. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Единогласно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, да, переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 3 в повестке. Это отчет. Еще раз, уважаемый Виктор Михайлович, уважаемый Александр Ильич, еще раз поздравляем вас с тем, чтобы провели отчетное собрание в тяжелых условиях в режиме онлайн. Еще раз всего вам самого лучшего и дальнейшей плодотворной работы. Спасибо.